Оперативники департамента уголовного розыска задержали группу разбойников и предупредили нападение на банк в Одессе. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области. Расследуя нападение на инкассаторов в Одессе в 2018 году, оперативники нацполиции вышли на преступную группу из 5 человек. 2 года назад ее лидеры совершили вооруженное нападение, ранили инкассаторов и похитили 160 тысяч долларов США. 18 марта оперативники задержали подозреваемых перед запланированными ними нападениями на банк. Во время задержания злоумышленники пытались убежать и повредили 2 автомобиля. Поэтому бойцы КОРДа применили табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. До складу банди входили 3 громадянина Молдови, один з яких перебував і перебуває в міждержавному розшуку, а також 2 громадянина Російської Федерації, один з яких також перебував в міжнародному розшуку. Під час перебування на території України всі члени банди використовували підробні документи, в тому числі і паспорти громадян України. Також під час обшуків були вилучені, якщо ми вважаємо, підробні посвідчення працівників служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Все 5 подозреваемых задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается причастность участников группы к совершению аналогичных преступлений на всей территории Украины.